разрешенные. Ну что ж, спасибо всем за участие в митинге. И как правильно было сказано, мы должны поддерживать друг друга, приходить друг другу на помощь. Хорошо, когда пустяки из прошлой нашей жизни не замазаны и не находятся в крови наших сегодняшних соратников. Все-таки каждый должен отвечать за то, что он делает, за принятые решения. И уметь тогда, если были совершены ошибки, честно и прямо сказать об этом в глаза всем остальным и сказать: да, я виновен, я искуплю. И спросить: а где мое место в том самом окопе, где я могу искупить свою вину, что я должен делать? А не рваться возглавлять, не рваться идти вперед и учить всех остальных, кто шел все это время правильно и вперед, рискуя собой, своей жизнью. Так что спрос должен быть, время серьезное, время суровое, я уже сказала, действительно война нас уничтожает нашу страну, поэтому мы все-таки должны быть суровы, но справедливы. Мы победим! Будущее принадлежит нам! Спасибо!